Здарова, клэшеры, с вами как всегда я, Армон, и сегодня, ребят, у нас будет просто мега-супер открытие сундучков. Ребят, если вы тоже хотите вот такую вот коллекцию, то обязательно ставьте лайки, у вас будет обязательно легендарный сундучок, и, собственно, вы получите ту легендарную карту, которую вы хотите, но для этого обязательно надо поставить лайкосик под этим роликом. И, конечно же, ребят, по традиции надо написать в комментариях номер вашего лайка, чтобы я в любой момент смог зайти и вот увидеть, какой лайк именно вот ты поставил. Так что ставь лайк и напиши номер своего лайка в комментариях. Ну а если вы хотите, ребят, попасть в следующий ролик, то давайте напишите что-нибудь хорошее, позитивное или интересное, и возможно вы попадете в следующий ролик, как вот эти вот чуваки. Ну а сейчас, ребят, у нас вот будет открытие сундучков. Спасибо большое еноту за предоставление аккаунт, это один из наших активных донатеров, вот, спасибо огромное, и вот хочу порекомендовать вам клан Dirty Hit, у меня с английским не очень, в общем-то, хэштег вы видите на своих экранах, Dirty Hit, вступайте и вместе с ребятами набивайте сундучок, будут ждать вас, так что обязательно заходите, ребятушки. Ну и, в принципе, давайте, собственно, начнем открытие наших сундучков. Тут у нас испытания, сундуки из испытаний, давайте откроем. Посмотрим, что тут у нас будет. Золотишко, рыцарь, огненные духи, хижина варваров. Ну, так себе, если честно, сундучок. Но за две победы больше получить, в принципе, ничего не могли бы. Вот, сейчас давайте откроем бесплатный сундучок. Посмотрим, что у нас из бесплатного выпадет. Так, кристалчики, мини-пека, вообще супер. Так, гоблины-копейщики, окей. Так, мини-пека, блин, он не играет. Я думал, что он играет с мини-пекой. Окей, ладно. Посмотрим, посмотрим. Скелетики, принцесса, дракончик, миньончики, инферно, хук, стрелы, торнадо. Окей, давайте попробуем выбивать вот именно эти карты. А то что-то другие карты нам, в принципе, не пригодятся. Так, тут сплошной хлам нам попадается. Это печальненько. Так, тут, блин, королевский сундучок. Окей. Самый вот ты худший из этих сундучков. Это у нас королевский. Так что открываем ледяной дух. Стрелы. Прикиньте, лего будет. А, не, адская башня. Окей. А чувак хотел вот кладбище, да? Если выпадет кладбище, то вообще, ребят, будет супер. Так что постараемся выбивать ему кладбище. Окей, блин, какой из этих огромных открывать? Я даже не знаю. Первый, второй, так раз, два, три, четыре, пять. Открываем вот этот. Типа вот посчитал. Окей. Золотишко довольно-таки неплохо, ребят. Если вы хотите золотишки, то, скорее всего, вам будет вот полезно открывать огромные сундучки. Если вы, конечно, задонатите в игру и хотите золото, то откройте огромные сундучки. Вот, и, конечно, ребят, если у вас тоже есть аккаунты, где вот есть топовые сундучки, начиная от магического, магический, супермагический, вот, и, конечно же, легендарный, то напишите мне в личку ВКонтакте, ссылка будет в описании, если вот я найду время, то отвечу вам обязательно. Так, ух ты, миньончиков можно качать уже, это просто супер, хотя можно было качать и до этого, но, ну да ладно. А вот, или нельзя было, блин, я не знаю, ладно, в общем, открываем следующий огромный сундучок. Золото, варвары, ага, стрелы, а хотя не, нельзя было, вот мы только что вроде получили. А вот, и башня-бомбежечка, так, нам стрелы, капец. О, сойдет, стрелы тоже сойдут. Отлично, ребята, магический сундучок. Сегодня мы 100% получим легендарку, но вопрос в том, вторую легендарку можем ли получить или же нет. Так, лучницы. Мега-миньончик. Так, огненные духи, давай рарок и кучу эпиков. Блин, печалька. Стоп, давай еще эпики. Блин, капец. Ай-яй-яй, молния. Печальненько, ребят, мы не получили лего из магического сундука, так, ну, нормальные карты, в принципе, тоже не получили. Сегодня получили немножечко миньонов и стрел, это хорошо. Ну и, конечно же, ребят, легендарный сундучок, и, конечно, во, открыли огненных духов, точнее, ледяных духов, блин, каких огненных духов, это у нас ледяной дух, супер! Просто супер. Остались несколько неоткрытых карт, окей. Прямо сейчас, ребят, давайте сделаем так.
Вы ставьте ролик на паузу и пишите в комментариях, какая Лего у нас будет. Вот прямо сейчас ставьте на паузу и пишите. Во, все. Скорее всего, вот вы уже сделали это. Если не сделали, то сделайте прямо сейчас, а мы открываем. Я надеюсь, что будет кладбище. Итак, давай! Бревно. Ну, в принципе, бревно не кладбище, но бревно тоже круто. Так что, супер! Поздравляем еноту с новой легендаркой. В принципе, тут только одна легендарочка у него была. Так что шансов получить новую Лего было очень-очень много. Так что давайте сейчас поставим нашу бревнулю в колоду. Я, конечно, хз, что тут с этой колодой я буду делать. Ну, да ладно, давайте бревно вместо стрел поставим, думаю, сойдет. Ну, окей, ребятушки, довольно-таки неплохо. Вот напишите в комментариях, любите ли вы бревно или нет. И поставьте лайк, если вы тоже любите бревно. Посмотрим, сколько чуваков любят бревнулю. И мы пошли в каточку сыграть, посмотрим. Затащим, не затащим, если затащим, то будет просто супер, а если не затащим, то попробуем еще одну каточку сыграть. Непривычная колода для меня, вот прям очень-очень непривычная. Так, хук-хук-хук, бери на себе урончик, вау-у-у, спарки, эй, фу, блин, я думал, что Спарки хотел на башенку салиться, хорошо. Просрали Хуга, это немножечко печаленько, но зато дефались от Спарки. Так, у нас есть принцессочка, давайте вот так вот попробуем принцессочку юзать. И дракончик, ай, блин, бедняжечка, обидно, конечно, вот просрать принцессочку и всего лишь вот стрелы чуваки, да, это все. Обидненько немножечко, ну ладно. Так, наш дракончик сильнее. Не, в принципе, они одинаковые, так что давайте подождем. Ну, можем, в принципе, вот так вот сделать, чтобы на всяком случае дефаться от каких-нибудь элитных мудаков. Так-с. А давайте-ка вот так, на королевскую башню. Давай, на королевскую башню, есть. Спасибо, элитка, спасибо. Бляха, смотрите-ка, сколько хп снес. Лол. Я как бы надеялся вот активировать башню, но там хренушки. Да хрена хпшечки, просто, о, все. Быщенько, прям быщенько. Так, давайте королевку на прикрытие. Вау, инферно. Это печальненько, ребят. Это означает, что нам просто тупо надо дефаться. Хотя... Блин, я даже не знаю. Сейчас давайте. О, тише. Во. Супер. Королевка, в принципе, будет помогать. Запчик. Нету запчика. Это супер. Давайте. Да, блин. Оп, есть королевка, красавчик. Хок, давай, вперед. Мы сейчас будем надеяться, что. О, бревно. Бревно спасает королевку. Отлично. Там залетают элитные нубащики, да? О, только не бревно. Ой-ой-ой-ой. Да элитные варвары, вы чё? Во. Отдефались более-менее. Ну и смотрите-ка, довольно-таки неплохо хпшечек мы снесли у чувака. В принципе, если сказать, что мы в минусе, то... Не особо так. Ой-ой-ой, тише. Спарки. Эй! Спарки, ты чё? Блин, спарки с нашей королевкой просто поступает. Так, бревно быстренько, блин, бревно надо наперед кидать. Что-то у меня не получается этого делать. Такс. Так. Ай. Не. Элита. Фу. Эй, дракошечка, ты чё? Блин, капец жестокий дракончик. Ага. Хок. Берешь ты на себе урончик. Окей, зайдет. В принципе, так, спарки не бабахни, даже не вздумай бабахнуть. Окей, вот так вот. Вот так вот. Сейчас нам просто очень сильно хок нужен. Так, инферно. Есть, зайдет. Элитные варвары сейчас у чувака будут, значит, да? Хок, давай, вперед. Инферно, только мне инферно. Так, хок, давай. Блин, бревно опять же забыл. Опять же забыл наперед кидать. Эй. Бревно, так.
Так, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Не-не-не-не-не-не-не-не. Фу-фу-фу-фу-фу. Отдефались. Все, все, все. Отдефались. Это у нас как бы дейферский бой получается. Окей. 0 кубков. Мы, в принципе, ничего не потеряли. Окей, окей, тогда давайте еще одну каточку сыграем. Мне, в принципе, дико понравился. Окей, погнали, ребят, еще одну каточку сыграем. Посмотрим, что у нас будет против 8-го чувака мы играем. Ну, окей, 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 чувак, ну что ты нам скажешь? Какие у тебя карточки есть, братюня? Че, мы начнем или ты начнешь? Давайте мы начнем. Гоблины. Блин, вот сейчас бревно просто не хватает. Бревно. Королевочка, давай. А, запчик, понятно. Давайте еще Хога сюда докинем. Да королевка, королевка, да. Блин, королевка, там же миньончики стоят. Ну ты че, королевка? Блин, королевка. Не-не-не-не, так нельзя, так нельзя. Тише, 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 тише. Фу-фу-фу. Есть. Отлично, мы пока что в плюсе сейчас. О-о-о. Тише. Так, только б не стрелы. Хотя запчик, ну запчик сойдет, в принципе. Нечем-то много урону снимает. Ну, как бы много урону снимает, только не убивает. Это хорошо, хорошо, хорошо. Так, еще одна атака. Угу. Значит, дракончик, принцессочка, ок. Так, давайте посмотрим, что на этот раз у нас получится. О, есть, 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 супер, супер. Так, миньончики, давайте, назад, назад, чуваки, назад. О, принцесска, давай, мы в тебе верим. С этой инферно справься, вау. Гоблины, фу. Отлично, дешевенькая, ребят, у нас колода получается, да, в принципе. Единственная другая карта, это у нас инферно, ну и... В принципе, пока что не пришлось его юзать в этом поединке. Так что посмотрим. Вау! Как только сказал, не пришлось. Ну, чувак скинул голема. Ну, нормалек, нормалек. Так, наш... Воу-воу-воу. Тихо, 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 тихо. Сейчас нам просто не хватает. Ех, как проходит опять же. Супер. В общем, кидаем где-то инферно. Чувак, конечно, не ждал. О-о-о-о-о-о. Тише, 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 тише. Ой, кладбище. Ой, тише, 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 тише. Вы чё? О, алло, алло, алло. Ой, нет, только не минус вышечка. Только не минус вышечка. Все назад, назад от вышечки. Назад от вышечки. Я кому сказал? О, вот так вот. Просто попусту, блин, нас скинули. Лол. Чё, рели? Или чувак ошибся, или... Или, я не знаю, он хотел голема куда-то кинуть. Ясненько, понятненько. Дефаемся, значит, да? Да, дефаемся по полной программе, ребят. Посмотрим, что у нас будет. Не-не-не-не-не-не-не. Во, все. Отлично, 29 хп. Прикольно, ребятушки. Прикольно, затащили, затащили. Тютельку в тютельку. Вот как-то так. Думаю, надо поставить сундук на открытие, и на этом заканчивать наш сегодняшний ролик. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайкосики под этим роликом, чтобы у вас тоже выпали новые легендарочки. И можете в комментариях еще написать, какие у вас есть леги. Вот, ну и в принципе на этом все. С вами был, как всегда, я, Арман. Всем удачи, всем пока, ребятушки!